опустился на землю и сел, сложил свои крылья, печально смотрел, и люди испуганно встали вокруг. Но что же ты нам поведаешь, друг? И ангел присел на скамейку, сказал: «Ой, дайте водицы, я очень устал. Летел я сквозь небо, летел сквозь года, летел для того, чтобы осталась земля. На небе война, и один я остался, и братья мои в плену у огня. Огонь — это подлый старик Люцифер, он правит адом и небом теперь. Всевышний на землю меня к вам прислал, чтоб волю я лично его передал». Я вам говорю, нам предстоит сразиться в бою. Возьмем же доспехи, подымем кулак и выгоним дьявола назад в его ад. И люди, услышав такие слова, взялись за мечи, закатали рукава. Священник местный поднял к небу крест: «Вставайте, миряне, за веру, за честь!» И, встав на колени, помолились за дом и двинулись в бой за священным крестом. Украина! Украина! Это мой герой! Берет крестоносцы на бой с сатаной, с открытым забралом и чистой душой. Сразимся за веру в открытом бою, очистим мы души и землю свою. Деревья дымятся, и поле в крови, и люди лежат изуродованы. Но мы победили, да какою ценой? Ведь сколько солдат полегло головой. Прошло много лет, но сдается порой, что дьявол опять наступает войной.